Всем привет! Всем привет! Всем привет! Ужасно все. В смысле, нет, в смысле хорошо. Ужасно в том смысле, извините, что речь пойдет о короле ужасов сегодня. Кто у нас король ужасов? С трех раз. Элис Купер? Леми Кельмильстер? Или кто? Или, упаси бог, не буду даже говорить, кто. Нет, не Элис Купер, конечно, никакой король ужасов. Потому что Элис Купер – это клоунада, это цирк, можно сказать, цирк уродов. Хотя Купер – замечательный автор песен, по крайней мере, был много лет. То, что сейчас, не знаю, последние пластинки мне его совсем не нравятся, поэтому я их не слушаю. И не знаю, что там за песни, особенно так, минуты полторы, раз и достаточно. Все, а вот ранние, да. Но все равно это не король ужасов, он к ужасам никакого отношения не имеет. Black Sabbath тоже никакой не ужас. Black Sabbath, когда я слушаю, мне становится весело. Ну, я беру период там первых шести альбомов, потом уже совсем стало все неинтересно. Но это мое мнение личное. А первые альбомы с Осборном, они очень веселые, очень такие драйвовые, хорошие, как-то адреналин бурлит. Ничего ужасного там нет, там вообще все вполне традиционно, тяжелый рок, то, что называется. Хороший, интересный, своеобразный. А настоящий король ужасов – это очень скромный парень. Скромный, который выходит на концерты в белой рубашке, по крайней мере, то, что я видел. Я один-единственный концерт его видел вживую, сидя в зале. Скромный, худощавый парень, который, ну, никак не производит впечатления этого самого короля ужасов – это Питер Хэммелл. Я имею в виду Питера Хэммелла и пластинку, которая считается самой мрачной, самой его такой, если говорить о группе Вандерграф Генератор, конечно, не о сольных пластинках Хэммелла. Самый почему-то тяжелый, мрачный и страшный Pound Hearts 1971 год. Я не считаю, что этот альбом самый страшный у него и самый мрачный. Мне кажется, у Вандерграф Генератор все альбомы одинаково мрачные, одинаково страшные, одинаково жуткие, если говорить о музыке Хэммелла и компании. Ну, при всей ее мрачности, она, в общем-то, интересная, и она меня, как и многих, завораживает и не отпускает. Но я Вандерграф могу слушать периодами определенными. Иногда я вообще не могу его слушать никак. Иногда слушаю так довольно плотно, неделю-две, даже в машине иной раз. Что не мешает рулить, скорее наоборот. Ну, в общем, не знаю. О личности Питера Хэммелла я не знаю практически ничего. Что у него на уме, на самом деле не я один, а вряд ли кто-нибудь знает. Но такой болью пронизаны его песни, которые песнями-то нельзя назвать, а это такие сюиты, полотна, художественные высказывания, не знаю, как еще сказать, такой болью и такой безысходностью, хотя к финалу иногда он выворачивается, в частности здесь в «Леммингах», там вроде какой-то просвет есть, в «Мэн Эрк» в втором номере тоже что-то вроде светлое есть, а в этой вот потрясающей сюите на всю сторону, которая идет на второй стороне альбома, это «Чума наблюдателей маяка», там вообще светлые моменты есть, приятные. Но, тем не менее, в целом все это такой какой-то на разрыв ужас. Я не говорю о диком совершенно вокале Питера Хэммелла, равному которым равных нет просто. Такой надрыв, такие крики, такой вот этот подъем куда-то в космос улетает его этот сумасшедший голос. Причем какой-то даже не певческий, но и не разговорный. Я не знаю, как охарактеризовать можно манеру пения Хэммелла.
который одновременно и к опере тяготеет, и иногда к року, иногда к балладам, но совсем не похоже на пение певца. Это какой-то такой разговор в нотах. Причем разговор такой очень изломанный. Музыка очень изломанная. У него нет таких вот песен, как у Битлз. Песня-песня, которая льется, льется, льется. У него все вот так вот изломано, разломано, разрезано. Стекла разбиты, железо искорежено. Земля разрыта, бетон расколот. Камни распилены. В общем, все вот как-то так. Но при этом очень много определений дают фанаты музыки «Мандельграф Генератор», что она гидромузыка, то есть она как вода, она растекается, и это отчасти правда, несмотря на всю ее ломанность, вот такую, это правда, потому что у нее нет начала, нет конца и нет каких-то оформленных, нет формы, да, оформленных структур каких-то, оформленных границ. Она как-то отовсюду вот так вот растекается, вытекает, утекает, волны накатываются, меняют одна другую, и в ней можно потеряться, в этой музыке. У нее нет вот этого рок-н-ролльного такого направления, рок-н-ролльной рельсы, по которым идет песня, куплет, припев, проигрыш, там все. Даже у King Crimson не так песни построены, у них песни все-таки построены как песни, даже несмотря на ряд альбомов, где преобладает авангардный джаз, скажем, там «Stars in Bible Black», там и «Larkstones in Aspic», все равно это понятная структура. Здесь структура непонятная, не поймешь ее никак. Лемминги, которые начинаются из тишины гулом, таким, потом пошел петь Хэммел, поет, потом все это уходит в музыкальные какие-то такие дерганные, раздерганные, какой-то Белла Барток такой пошел, или там, не знаю, Штокгаузен, фортепианные диссонансы, все вот это вот наворачивается, а диссонансы отличаются от консонанса, да, тем, что диссонанс несет больше информации. Это более информативные интервалы диссонанса, нежели интервалы такие, там, как там, кварта, например, или там, терция, да, понятно, красивые. Кварты – это вообще гимновые штуки. Большинство гимнов всех стран, большинство гимнов большинства стран начинаются с кварты. Та-та-та-та-та-та, ну и так далее, и так далее. Все знают, да, что такое кварта. Если не знаете, послушайте гимн нашей страны. Так вот, Pound Hearts, 1971 год. Про леммингов я стал говорить, да, но мало того, что содержание песни чудовищно, мы все умрем, как лемминги со скалы, упадем в бушующий океан, и все, и поминай, как звали. И все это же выписывает Хэммел в музыкальном этом самом полотне с убойными саксофонами Джексона, а Джексон учился играть на саксофонах, слушая Роланда Кирка, который играл на двух, трех, иногда четырех духовых инструментах одновременно, и играл те самые диссонансы в основном. Вот. И у Джексона все то же самое продолжается. Дикий хрип, дикий рев, дикие вот эти саксофонные нечеловеческие звуки. Но все это гармонично получается. Или дисгармонично. Что тоже гармонично, но по-своему. Дисгармония – это та же гармония, просто взгляд с другой стороны на эту самую гармонию. Это для музыкантов я говорю, чтобы знали, как песни сочинять. Не бойтесь дисгармонии. Это тоже, это та же музыка, просто взгляд сбоку. И вот эти самые лемминги, конечно, приводят уже в оторопь. С оперным вокалом Хэммела, с джазовыми барабанами, с удивительными клавишами. Опять-таки, заобработанными так, что просто нечеловеческие, какие-то не клавишные звуки абсолютно, не эти самые, не как в магазине, когда приходишь и говоришь, можно проверить инструмент, ля-ля-ля-ля, и проверяет тебе продавец его божественным, таким, божественными тембрами, забитыми в эти самые клавиши. Там уже все перекручено, переверчено, да. Вот это все вот такое, в полный рост.
Man Erg, следующая песня про то, что внутри меня убийца, и внутри каждого из нас убийца. Это во мне Элис Купер с отрезанием головы кукольным. Это очень все серьезно. И она такая начинается гимнообразно весьма, весьма пафосно, гимном. А потом уходит опять вот в это сумасшествие. Здравствуй, Прокофьев. А потом этот самый Прокофьев так темп падает, 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 упал. И пошел гимн, опять гимн, из ниоткуда гимн. Хор появляется, с хором поет Хэмл. И вроде бы красиво, но клавиши так делают какую-то штуку внутри этого гимна. И опять дальше гимн, гимн, гимн. И заканчивается все плохо, как и положено у Питера Хэмла. Может быть, он этого не хотел, но музыка диктует свои правила, и заканчивается все плохо. Ну, а что касается вот этих самых смотрителей «Маяка», которых одолела чума на второй стороне, пьеса 23 минуты из 10 частей. Музыка, несуществующая в природе, потому что на концерте ее сыграть невозможно. Она вся студийная, она вся в обработках, она вся заобработана и записана 10 кусками отдельно, по 2, по 3 минуты, ну там по 1,5-3 минуты. И в студии смонтировано, склеено, плавно переходя эти самые фрагменты из одного в другой, вот так вот, вот переходят, без пауз, без тишины, там наиграны всякие пэды, всякие звуки между этими пьесами. А пьесы сами по себе очень интересные, хотя это и кажется одним таким цельным произведением, но все эти 10 кусочков можно играть как отдельные песни, и они весьма мелодичные, весьма симпатичные, и вот они очень похожи на нормальные такие рок-песни. И, кстати говоря, в Италии, когда было два тура у группы «Underground Generator» после выхода вот этого альбома, на итальянском телевидении они так и сделали. В Италии зафанатели совершенно от вот этой пластинки, от группы «Underground Generator», и там была генераторомания, такая же, как битломания в Америке или в Англии в свое время. Они не могли по улице пройти, музыканты, в Риме, чтобы на них не бросились толпы фанатов. Представляете, как любили в Италии прогрессивный рок английский, и не английский тоже. Так вот, на телевидении они сыграли несколько фрагментов из этого гигантского полотна, потом их смонтировали телеоператоры, телережиссеры, и показали по итальянскому телевидению. Кстати говоря, любовь вот этих самых итальянцев к музыке «Мандаграф Генератор», наверное, спровоцировала ответную любовь Питера Хэмла к Италии, результатом чего явилась пластинка группы «Ле Орм», которая вышла в 1973 году, «Филона и Сарона» называется она. И Питер Хэмл здесь написал английский текст, гигантский вот такой вот. Это тоже сюита, собственно, это концептуальный альбом про борьбу добра со злом. Две планеты, Филона и Сарона. Одна планета добра, вторая планета зла. Естественно, и они между собой конфликтуют. Добро со злом, естественно, сказать, не дружат. И пластинка была записана на итальянском, группа итальянская, а Питер Хэмл подружился с артистами. Музыка ему так понравилась, что он полностью переписал содержание и сделал английский вариант этой пластинки. Но речь не об этом, а речь о том, что после записи этого альбома группа распалась, можно сказать, что в третий раз. Первый раз она распалась еще до записи первого альбома в «Underground Generator», который является практически сольным альбомом Хэмла. Но в нем участвуют музыканты. Потом, после тура, который был перед записью этого альбома, музыканты напряглись и хотели было уже расходиться, потому что мрачность музыки и сложность музыки Хэмла была столь высока, что артисты устали. Но Хэмл написал материал вот этого альбома единолично дома. Продюсер Джон Энтони пришел домой к Хэмлу, послушал, как Хэмл на гитаре и на фортепиано ему сыграл часть этого материала, записал на ноты все это дело, принес на фирму «Каризма», с которой работал Хэмл и «Вандерграф». На «Каризме» посмотрели на эти ноты, ужаснулись и сказали: ну нет, это надо делать, это такое, это так безумно, что мы это дело выпустим. Но Хэмл хотел выпустить в виде двойника эту пластинку. Однако
Каризма уперлась, сказала, что это слишком дорого для группы, которая не приносит денег. А Ванаграф не пользовался широкой финансовой, так сказать, не имел финансового успеха. И выпустили одинарный диск, после чего группа распалась наконец-то, потому что денег как не было, так и не было, за исключением итальянских гастролей, которые принесли успех, славу и наслаждение этим успехом. Но с деньгами было дело туго, и группа распалась. После чего потом, правда, благополучно опять собралась. Но это ничего. В общем, это такая эпохальная пластинка. Все, что я говорил с сарказмом и юмором, это все лишь сарказм и юмор. Потому что на самом деле музыка очень хорошая, очень интересная. Всего три пьесы, но стоит их послушать, погрузиться в эту штуку, а про Вандерграф-генератор мы еще поговорим, конечно, потому что там есть что показать и что обсудить. Так же, как и вот с этой командой Леорм мы еще встретимся. Ну, а пока я пошел пить. Счастливо, до новых встреч, пока.